анонс, и точно дата выхода 160-й серии турецкого сериала «Запретный плод». 160-я серия сериала выйдет в эфир 26 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как приблизились новогодние праздники, и по этому поводу было организовано мероприятие. Хандан пожелала всем присутствующим замечательного Нового года. Она думает, что в новом году про них будут очень много говорить. Когда Йылдыз поправляла свои волосы, то случайно задела Эндер, что ей очень не понравилось. Она спросила у Йылдыз, что она пытается сделать. Йылдыз ответила, что Эндер не стоит проходить прямо у нее под носом. Эндер напомнила Йылдыз, как взяла ее за руку и привела в это общество. Тогда Йылдыз ответила, что когда Эндер опустила ее руку, то взяла руку ее мужа. Она все забыла и затем извинилась перед ней. В это время Кумру сообщают о том, что у дверей находится человек, который очень сильно хочет ее увидеть. Кумру поинтересовалась, кто это может быть. Хандан ответила, что скоро она лично с ним познакомится. На следующий день Доган догнал Йылдыз и попросил ее остановиться. Он сказал, что очень сильно сожалеет, несмотря на все его старания. Догану никак не удается выкинуть из своей головы мысли о ней. Сейчас ему хотелось бы получить второй шанс, и он снова хочет быть вместе с Йылдыз. Йылдыз была сильно удивлена такому признанию со стороны Догана. Напомним, 160-я серия сериала выйдет в эфир 26 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.